Президентом 13-го международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» станет известный российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, номинант на «Золотой глобус» и двукратный номинант на «Оскар» Сергей Бодров. В среду с президентом кинофорума встретился губернатор региона, чтобы обсудить концепцию и программу предстоящего кинофестиваля. В этом году 60 лет исполняется Алексею Балабанову, нашему великому режиссеру. И у меня просьба на «Зеркале» уделить этому внимание, может быть, какие-то спецпоказы или посвятить Балабанову, уважаю. Сергей Бодров эту идею всецело поддержал. Алексей Балабанов – российский кинорежиссер и сценарист, актер и продюсер, вписавший себя в историю российского кино «Дилогии «Брат» и «Брат 2». Автор военной драмы «Война», черной комедии «Жмурки», триллера «Груз-200» и драмы «Морфий». Его уникальное видение кинопроизводства идеально впишется в концепцию кинофорума. И сейчас авторское кино и зрительское кино, оно иногда все это размывается. И вот мы говорили про Лешу Балабанова, которому сегодня исполняется 60. Он делал очень авторское кино, и он сумел сделать замечательное зрительское кино. И я думаю, что это очень правильное такое направление. Всех секретов предстоящего кинофестиваля по итогам встречи журналистам, конечно же, не раскрыли. Но, вероятнее всего, зрители ожидают что-то совершенно отличное от 12 предыдущих кинофестивалей. Новые лица и свежий взгляд на конкурсные фильмы. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.